На сегодняшний день в Московской области развернуто почти 19 тысяч коек для больных COVID-19. Госпитализировано более 12 тысяч пациентов. Помощь врачам в борьбе с коронавирусом оказывают добровольцы волонтерских штабов «Единой России», созданных на базе местных отделений партии. Активисты ведут медицинскую документацию, выписывают и доставляют лекарства, работают в колл-центрах, сообщают результаты тестов и измеряют температуру на входе в учреждение. Инфицированные люди могут получить психологическую поддержку на базе Одинцовской поликлиники номер 3. А в Звенигороде медикам ежедневно помогает коллектив детского сада номер 6 «Матрешка». Таких примеров очень много. После основной работы волонтеры спешат ко всем, кто должен оставаться дома. С волонтерскими центрами «Единой России» работает более 1000 неравнодушных жителей Подмосковья.